В школах Краснодарского края 15 октября прошел единый день голосования по выборам в органы ученического самоуправления. Ребята выбирали лидеров и советы учащихся. Для школьников это важное событие, потому что именно органы ученического самоуправления стараются сделать их жизнь интересной, отстаивают права учащихся. Мы побывали в Славянской 16-й средней школе, где в этот день проходили выборы президента школы. Долгожданным выборам предшествовала избирательная кампания, в ходе которой кандидаты в президенты встречались с избирателями, рассказывали им о своих программах, отвечали на вопросы. Словом, делали все необходимое, чтобы завоевать свой ученический электорат. Кандидат в школьные президенты, 11-классник Роман Кузнецов, уверенно заявил о себе. Я капитан школьной команды «Что, где, когда». Я занимаюсь дополнительными занятиями, готовлюсь также к ЕГЭ. И у меня хватает на это все времени. Я считаю, что я могу произвести преобразование в школе, которые могут ей помочь. И поэтому я баллотировался на этот пост. В день выборов все было организовано как положено. Сделаны избирательные бюллетени и специальные урны для них. Юные избиратели, взяв бюллетень, идут в кабинки для голосования, где и делают свой выбор. Все происходит всерьез. Голосование проходит прозрачно и ответственно. Это, конечно, интересно, познавательно. Президент школы – это важная часть. Это руководство школы. Из каждого класса выбирают 3 человека, которые идут на эти дебаты и слушают речи кандидатов. Та речь, которая запомнилась больше всего, понравилась, этого человека и голосуют. Для учителей и руководства учреждения образования очень важно, чтобы президентом школы стал человек с активной жизненной позицией, представляющий интересы ребят и являющийся связующим звеном между администрацией и школьниками. Президент нашей школы всегда присутствует на советах профилактики, всегда присутствует на совещаниях с командирами. Это достаточно весомый представитель детской общественности, который имеет право голоса. Учащиеся приобретают важные навыки участия в выборной кампании, осваивают процедуру голосования. Они понимают, что своим волеизъявлением они влияют на положительные изменения к лучшему. Дети должны видеть, что действительно все происходит на глазах, действительно все официально, что здесь не будет фальсифицировано, что голос, их голос имеет огромное значение. И благодаря вот таким выборам, настоящим, как мы говорим, мы даем возможность детям самим увидеть, что все правильно, все честно, все так, как у взрослых. После подсчета голосов определился лидер. Президентом 16-й школы стал Роман Кузнецов. Другие кандидаты также не останутся без дела, возглавив отдельные направления общественной работы. А Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».